предприятий в России. Губернатор Орловской области Вадим Потомский принял участие в заседании Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин. Среди тем обсуждений в Большом Кремлевском дворце меры по развитию предпринимательства, повышение эффективности господдержки малого бизнеса, доступность кредитов. Глава государства заявил, что власть должна создавать все необходимые условия для реализации потенциала предпринимателей. Аналогичная позиция у регионального правительства. В Орловской области по инициативе Вадима Потомского принят ряд законов, которые могут существенно облегчить жизнь предпринимателям. Среди них налоговые каникулы для работающих по упрощенной и патентной системе налогообложения. Региональные власти планируют и дальше расширять перечень преференций. В соответствии с планом первоочередных мероприятий правительства Орловской области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в области в 2015 году, в регионе большое внимание будет уделяться поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, планируется создание центра кластерного развития, субсидирование инновационных проектов, модернизация производства, в том числе приобретение нового оборудования. Будет увеличена капитализация фонда микрофинансирования Орловской области.